В Санкт-Петербурге завершился 7-й международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». На площадке экспофорума 1600 делегатов-участников сообща решали, как сделать экономику арктической зоны привлекательной, а жизнь людей комфортной. За 2 дня работы форума прошло 30 панельных и рабочих сессий, 2 пленарных заседания. Одно из них посвятили опорным зонам, которые должны появиться в 9 арктических регионах благодаря федеральному закону. Подробности в репортаже Марии Владимировой. Опорные зоны, региональные модели и роль государства. Панельная дискуссия, посвященная этой теме, открыла 7-й международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». По задумке разработчиков арктического законопроекта Министерства экономического развития России, опорные зоны должны стать толчком развития арктических территорий. Ведь это не просто набор мероприятий, это целая система планирования. Вообще идея опорных зон почему родилась? Мы проанализировали количество инструментов развития территории, которые у нас сегодня есть. Их сейчас, вот там Дмитрий Александрович не даст соврать, порядка 14 или 15, которые у нас могут быть использованы. И они все там имеют определенный набор льгот или набор преференций. Но при этом никто не думал, каким образом можно их совместно использовать для того, чтобы извлекать максимальную прибыль для тех компаний, для того бизнеса, который реализует проекты, для государства, которое обеспечивает этому бизнес-реализации проекта. Поэтому опорные зоны – это не отдельно выделенная территория, это система планирования. Какой будет система планирования в рамках пленарного заседания, рассказывают губернаторы арктических регионов, чьи территории и станут опорными зонами. Всего их 9, включая новую зону – Карельскую. Проекты Ненецкой опорной зоны касаются добычи углеводородов и развития Северного морского пути. Основу составят проекты развития Индиген, Ринмара и Амдермы. Я действительно считаю, что у нас есть 3 основных точки применения нашего экономического потенциала. Это в первую очередь порт Индиго, который нам даст огромное развитие вот того транзитного потенциала, потенциала выхода на Северный морской путь и, как следствие, создания новых производств, создания новых рабочих мест. Нарьинмар нам, конечно, как административный центр, тоже имеет ряд преимуществ. Во-первых, у нас на Нарьинмаре есть уже сегодня действующий порт, который мог бы нас через Печору соединить с территориями, там, которые уходят на юг. Плюс у нас аэропорт, в котором есть авиаотряд, как я сегодня сказал, который вполне может обеспечивать безопасное прохождение судов по Северному морскому пути. Амдерма – стратегически важное место, в котором тоже есть действующий аэропорт. Из-за этого я считаю, что просто забывать про эту локацию невозможно. В рамках развития Ненецкой опорной зоны планируется развивать как воздушное, так и наземное сообщение. В частности, порт Индика будет связан с железнодорожной линией Сосногорском, откуда ресурсы могут транспортироваться в Коми, на Урал и Казахстан. В новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития арктической зоны также вошло строительство 3 транспортных коридоров – Нарьинмар-Усенск, Нарьинмар-Тошвиска и Нарьинмар-Мизень. Также предлагается строительство железной дороги Воркута-Амдерма для транспортировки добытого угля с Печорского угольного бассейна. Реализация проекта представленных Ненецким округом в рамках опорной зоны, возможно, в том числе и при участии соседних территорий. Та теория, которую мы изначально предложили по опорным зонам, исходя из количества регионов, она на самом деле неверна, потому что нельзя ограничивать экономический макрорегион административными границами той или иной территории. Поэтому для того, чтобы получить, на мой взгляд, очевидный больший экономический эффект, по крайней мере, для Ненецкого автономного округа сегодня, нам во многом есть смысл объединить экономические усилия, допустим, с Республикой Коми и с Ямало-Ненецким автономным округом. И тогда их ресурсный потенциал, который имеется, используя наши возможности выхода к Северному морскому пути и незамерзающий глубоководный порт Индиго, мог бы дать очень хороший экономический эффект. С этим согласен и глава Республики Коми Сергей Гапликов. Он отмечает, в рамках концепции развития Воркутинской опорной зоны возможна совместная реализация проектов с соседствующими субъектами по таким направлениям, как, например, строительство железнодорожных путей, в том числе и до Амдермы. Это позволит увеличить грузопоток через Северный морской путь. Успешная реализация, как я уже сказал, этих направлений, она позволит на сегодняшний день осуществить, в том числе и формирование тесных связей между Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ямало-Ненецким автономным округом, там, где существует сегодня соответствующая возможность создания конкурентоспособных и не дублирующих ни инфраструктурно, ни соответствующими имеющимися возможностями тех усилий, которые сегодня формируются в рамках опорных зон. И это часть, которая как раз нас сегодня волнует, уже этот вопрос Александр Витальевич затрагивал, и мы, конечно, считаем, что здесь совместные усилия, они дают дополнительную синергию, имея все те возможности и ресурсный потенциал, который находится на этих территориях.
Республикой Коми совместно с Ненецким округом могут быть реализованы и проекты по добыче углеводородного сырья, продолжено строительство автомобильных дорог, в том числе Сыктывкар-Наринмар. Ямало-Ненецкий автономный округ упор в развитии опорной зоны намерен делать на поддержку коренных малочисленных народов Севера, наряду с реализацией проектов, связанных с портом Сабета. А Карелия – на внедрение экологически безопасных технологий природопользования, наряду с развитием возобновляемой энергии. Обменялись мнением, это диалог. Форум – это диалог, это и чтобы слушали и представители власти, я имею в виду, и представители государственных органов, слушали тех, кто сегодня заинтересован в развитии арктических проектов. Планы у арктических регионов амбициозные. Их реализация способна обеспечить экономический рост не только субъектам, но и для страны в целом. Но для этого необходимо создание институтов развития и управленческой модели. На это в ходе пленарного заседания обратил внимание член Комитета Госдумы по энергетике Виктор Зубарев. Сейчас идет активная дискуссия относительно управляющего органа Северно-морского пути, относительно параметров опорных зон. Считаю, что необходимо на федеральном уровне ставить вопрос о создании интегратора развития арктических территорий. Об этом уже не раз говорилось и на нашем форуме сегодня, в каком это виде мы должны с вами пообсуждать, в том числе и на сессии нашего форума. А также все линейки институтов развития, начиная от института финансирования арктических проектов, заканчивая механизмами создания благоприятной социальной среды. Предложения, высказанные в ходе пленарного заседания, не останутся без внимания. Они будут рассмотрены при работе над законопроектом об арктической зоне Российской Федерации в Государственной Думе. Самое главное, на мой взгляд, вот то, что нам все-таки не только обсуждение, чтобы это проект сегодня был, не только обсуждение проблем Арктики, а с тем, чтобы вот наши предложения, наша озабоченность, наши проблемы, они все-таки вошли в конкретные нормативно-правовые акты, с тем, чтобы они решались для того, чтобы все жители арктической зоны Ненецкого автономного округа почувствовали реалии жизни вот, осуществления на практике вот этих всех нормативно-правовых актов. По оценкам экспертов, сегодня правоотношения в Арктике регулируют более 500 нормативно-правовых актов. Из них 10% сохраняют свою силу еще с советских времен. Поэтому совершенствованием арктического законодательства займется специально созданная в рамках Госкомиссии рабочая группа. Об этом на форуме заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Развитие Арктики – это сложная экономика. Немалые деньги в настоящее время тратятся на топливно-энергетический комплекс. Как снизить зависимость российского ТЭКа от импорта оборудования, комплектующих, запчастей, а также услуг от иностранных компаний, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что доля иностранного нефтегазового оборудования в отраслях ТЭК через 2 года будет составлять 40% от общего числа оборудования, задействованного в отрасли. Сейчас зависимость отрасли ТЭК от иностранного оборудования составляет 53%. Новейшие образцы оборудования в рамках импортозамещения как в геологоразведке, так и в системе МЧС и в агропромышленном комплексе и вертолетной технике российские компании представили на выставке, которая развернулась на полях международного форума. На экспозиции МЧС представлены снегоходная техника, квадроциклы, спецоборудование и беспилотники, которые уже зарекомендовали себя в работе. Беспилотные летательные аппараты, 2 их у нас получается. Вот этот помощнее, поинтереснее у него характеристики, и дальность полета, и время работы. А для чего используете? Ледовая разведка, да, разведка ледовой обстановки, поисковые работы, возможно, навешивание сюда оборудования, которое, ну, того же тепловизора, который определяет людей, ну и так далее. А часто используется вот такая поисковая квадрокоптер? Вот в системе МЧС мы используем достаточно часто при поиске людей, даже вот в административных границах Санкт-Петербурга мы данные беспилотные летательные аппараты используем. Всем представленным оборудованием обеспечены 5 созданных арктических аварийно-спасательных центров. Еще один беспилотник, но уже корабельного базирования на выставке представила компания BR Технологии, которая входит в состав холдинга «Вертолеты России». Данный комплекс разработан в прошлом году. Сейчас он проходит наземные испытания по элементам, элементы несущей системы, трансмиссии, системы автоматического управления. Данный вертолет взлетным весом 300 кг и может нести полезную нагрузку до 70 кг. В состав полезной нагрузки, которую он может переносить, может входить как транспортировочный контейнер, также и комплекс бортового оборудования для осуществления ледовой разведки, то есть мониторинг ледовых полей, мониторинг экологической обстановки, мониторинг
загрязнений окружающей среды и так далее. Этот беспилотник может эксплуатироваться не только в море на ледоколах, но и на реках при береговом базировании, например, для ледовой разведки. Дальность полета и онлайн-трансляции составляют 100 километров. А это уже новейшие разработки от компании «Авангард». Контейнер-теплица для арктического применения, благодаря которому выращивать овощи при отрицательных температурах можно будет круглый год, ведь внутри всегда будет более плюс 24 градусов. Он теплоизолирован, там есть инженерная система, которая управляется отечественной радиоэлектроникой, что важно, не всегда бывает, а у нас вот так. И мы сейчас гарантируем, что поселение 100-150 человек может быть обеспечено витаминной продукцией с одной такой установки. Ну, если людей больше, то и установок больше. Энергия солнца в такие фитокомплексы будет поступать также благодаря разработкам компании «Авангард». Это будут, раскрывает секрет Владимир Мельников, альтернативные источники энергии. Работа по созданию фитокомплекса компании «Авангард» проведена совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом. Впрочем, в копилке НИИ и свои разработки. Вот этому салату, рукколи, петрушке и другим культурам всего 6 дней. Рост активный, несмотря на зиму. Все это благодаря специальному комплексу, который можно использовать даже в квартире. Это подобрано. Спектр искусственного света и та интенсивность, которая фактически очень близка к тому, что происходит на юге под открытым солнцем. И корнебитаемая среда. Здесь растения находятся и на твердом материале с природными микроэлементами, источником микроэлементов, и получают макроэлементы в виде стандартного питательного раствора. И вот это вот все сочетание дает высокую производительность, быстрый рост растений, высокое качество. Себестоимость продукции, говорит Гаяна Геннадьевна, от 40 рублей за зелень и до 100 рублей за томаты, которые в таких условиях растут 3 месяца. Рост огурцов доходит до 2 месяцев, а зелени от 14 до 25 дней. Создание нового оборудования, технологии, развитие опорных территорий, Северного морского пути и судоходства в Арктике – все это будет финансироваться из федерального бюджета. Для финансирования трех ключевых направлений выделяются колоссальные средства – более 190 миллиардов рублей. Мария Владимировна, Антон Ведряков, телеканал «Север», Санкт-Петербург.